типа G63 Brabus и либо банан. Ну, короче, я любительница мерсов. Алматы. Ну, святошка подарили. А, либо мерс, либо же рейджик. Ну, либо роуз. Амир, привет. Ты сюда иди, да? Ну, Мерседес не одеваю. Просто обожаю. Ну, бери еду, иди сюда, а! Ну, хотя тебе и так нормально. За границу либо Дубай, либо Америка, либо не помню ничего. Все хорошо у вас как? Алматы. Ой-ой-ой. Амир, вот ты ушел, и люди стали заходить, заметил? Хабиби, ну. Я из дома толком не выхожу. Алло. Инст предпочитаю не давать. Ну, точнее, просто не принимаю. Амир, ты еще тут? Или не тут? А ты тут. А, номер тоже не даю. Вообще не знакомлюсь. Спасибо, блин. Амир, это все вот из-за тебя. Захватил мой эфир. Нет, не спишемся. Нет, у меня и так все мелкие на букву А названы. Так что я должна была быть Амалией Алматы. Ой, мне сердечко отправили. 16. У тебя нет моего номера. Я не принимаю заявки в инсте, только если есть общий. Так что, добрый. Ну, потому что нет моего номера, я не заинтересована на новых знакомствах. Меня удовлетворяет мой круг общения на данный момент. 60 человек, офигеть. Салям. Ой, святошки. Спасибочки. Амир, давай иди сюда. Я знакомлюсь только в реальной жизни. Вот это было неожиданно. Откуда мой номер? Вот это вот реально интересно. Я знакомлюсь только в реальной жизни. Типа через общих знакомых и так далее. Это... Кто тебе написал? Мой WhatsApp написали. Кто? Я тебе говорю. А кто это под снап? Я знаю твой номер. Виктор Барин. Дай тебе ложи. Ты что, еще ешь? Да. Алматы. Откуда? Какие общие? Кто именно?
по именам назови,